Здравствуйте, мои дорогие друзья! И сегодня, как я и обещала, разговор у нас пойдет о жемчуге. О том, как сейчас его принято носить, и мы услышим несколько советов от Александра Васильева. Советы, в частности, о том, как носить жемчуг и при этом выглядеть молодо. А также о том, как ношу жемчуг я. И вы увидите несколько моих аутлуков. На протяжении многих веков жемчуг всегда был в моде. Каждая женщина, которая хочет показать благородство, статусность, стильность, должна иметь хотя бы одну приличную нитку жемчуга. Но каждый из нас знает, что цена жемчуга очень разнится. Настоящего совершенно круглого жемчуга практически не существует. Это большая редкость. Поэтому очень много, когда встречается жемчуг неправильной формы. Жемчуг часто ассоциируется с женщиной статусной и возрастной. Как же быть тем, кто хочет вечно быть молодыми? Ведь многим кажется, что жемчуг старит. Тем мы рекомендуем смешать натуральный и искусственный жемчуг. Жемчуг остается у нас всегда очень важным статусным примером. Сегодня в моде длинные нити жемчуга, наподобие тех, которые у меня сейчас в руках. Если кто-то из вас сегодня не может себе позволить нитку настоящего жемчуга, конечно, может обойтись и имитацией. Итак, как носить жемчуг, чтобы не подчеркивать свой возраст, мы определились. А вот с чем его носить? И перед вами первый образ с милой, легкой батистовой блузкой. Для того, чтобы подчеркнуть воздушность образа, да, достаточно одной лишь нитки жемчуга. И вот перед вами второй образ.
В этом наряде я собираюсь идти в театр, а для этого я одела нарядную шелковую блузку в крупную клетку в темных тонах. Рукав здесь 3/4. Нарядный образ придают нитки жемчуга разной длины, смешанные с нитками искусственного жемчуга. Широкий браслет из искусственного жемчуга и серебряный браслет довершают картину. Я собираюсь идти в театр, и для этого образа я выбрала сумочку бежевого цвета, плоскую, сумочку-клатч из натуральной кожи. Ну и, конечно, никаких сережек. Здесь они уже будут лишними. Ну, а я с вами прощаюсь, дорогие друзья. И если понравился фильм, ставьте, пожалуйста, лайки. А если вы еще не подписались на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь. До встречи, мои дорогие! Настоящий и поддельный жемчуг, и то достаточно актуально.